поки що бажання покупця закон, але не всі продавці цього дотримуються. Як часто миколаївці повертають неякісний товар та чи звертаються по правову допомогу? Давайте дізнаємось. Ні, у мене не виникало проблем. Молча забирали, якщо був чек, повертали гроші, все було нормально. Або міняли товар. Якщо мотивовано і правильно чоловіку об'яснити, вежливо, він все зробить. Да, молочку інколи брала, там вже номер прострочений. І вони чомусь не зникають з продажу, а продовжують продавати це все. Буквально вже день-два прострочено, а товар продається. Це ж в супермаркеті взяв, пішов на, якщо я неуважний був, на касу пішов, вже вдома замітив. А так, ковбаса іноді не смачна. Я нічого поки не покупав ніякого. Я все покупаю якісне і желательно нашого производства украинского. Покупал кошелек и на след, такой, в принципе, не дешевый, там 400 с чем-то гривен. Вот, и он буквально через несколько дней облез. То есть кожа слезла с него. Вот. Подошел, вернул, слава богу, покупал без чека здесь вот, на 100-метровке. То есть, повезло, хозяин честный был, попался, заменил мне. Я покупала товар, он оказался некачественным. Я приходила в магазин, хотела вернуть, но не всегда возвращали. Я пошел в магазин, купил плавильный сорочек. Срок годности все нормально, в принципе, было. Пришел домой, открыл, он с плесенью. Мне пришлось вернуть. Я бы его просто не купила, если бы он был... А если он мне уже понравился, то, естественно, я выбрала, что я хочу. Но возвращать никогда не возвращала. Я покупала йогурт, а он был просроченный. То есть в магазинах продают некачественный товар. Вы шли его менять? Да, я пошла, мне, конечно, его поменяли. Двери сделали не по размеру. И что судился. Же ну и что, фирма дала взятку судье и все порешали. Ничего хотя себе. Экспертиза была Одесского института, вот у нас тут есть. И все нормально. Так с плохими дверями дальше живу. Не было, я не возвращаю, если что не нравится, я все равно не возвращаю. Понимаете, когда я была молодая, все было качественное. А сейчас мне тяжело идти обратно, возвращать. Да я так и переварила, пережарила и кушаю. Підіб'ємо підсумки. Згідно з результатами опитування, переважна більшість респондентів зазначили, що їм вдається повернути товар та продавець йде на обмін. Бажаємо і вам вдалих покупок!